Сейчас мы находимся возле 4-й городской больницы. Сегодня здесь вручают два новых вот таких автомобиля медицинским учреждениям, которые борются с инфекцией коронавируса. Такой дополнительный служебный транспорт для разгрузки технопарка больниц номер 4 и 5. Теперь медучреждения могут не использовать машины скорой в неэкстренных случаях. Дефицит восполнен. Эти авто будут использовать для перевозки больных и доставки анализов. Это решение в целом вот, руководства политической нашей партии «Единая Россия» в целом по стране. Да, наверное, за счет сокращения в том числе и управленческих расходов были найдены определенные резервы. И такое решение принято. И сегодня мы здесь на территории Алтайского края в числе первых вручаем вот такие автомобили. Мы работаем с большим количеством материала, который необходимо доставлять в лаборатории. То есть, и, естественно, это перевозка наших сотрудников в том числе. Еще раз, это очень своевременно, крайне необходимо на сегодняшний день. Напомним, что больница номер 4 на прошлой неделе была перепрофилирована. Теперь она принимает только больных с пневмонией. А с этого заболевания уже у нескольких инфицированных начался вирус. А больница номер 5, которая также получила новое авто, лечит в Барнауле зараженных коронавирусом. Мария Микшута, Николай Шилко. День с толком.